Я вообще не люблю обзорную тягомотину. Хочется узнать главное и интересное. Вот они там медленно распаковывают, читают инструкцию, показывают комплектацию, как все это собирать. Да все это умеют. Давайте сразу начнем с интересного. Друзья, всем привет. Я набрал целую кучу всякого, чтобы попробовать поварить и показать вам. Тут всего полно. И очень тонкая сталь, и всякие пилки, гвозди, тонкий и толстый металл, шпильки и муфты. Есть нержавейка, тонкая медная трубка, листовая медь, цинковые слитки и, конечно, алюминий. Чуть позже по ходу видео покажу по-быстрому сам аппарат, панель управления, как называется и что за моделька. Также за сколько он продается и где он продается. Ну и по сопутствующей мелочевке немножко. Что такое холодная сварка? Cold welding. Это режим аргонодуговой ТИК-сварки. По большому счету, это сварка мощным коротким импульсом. Я много посмотрел всякой информации, и это название объясняют по-разному. В основном холодная она, потому что она позволяет не перегревать металл и позволяет варить металл от больших до очень маленьких толщин. Этот аппарат у меня всего пару недель. Я о нем давно мечтал, и вот наконец-то. Никогда тигом я не пользовался и не варил. До этого только электрод. Поэтому я новичок в этом деле, но я усердно учусь. Пересмотрел неимоверное количество видосов, море каналов. Гори Дуга, Супер Тиг, Тиг Тула и многие другие. Там ребята так варят, я вообще просто в шоке. Пока я осваиваю сварку без прутка. Очень многое впереди, чему нужно еще научиться. И с алюминием пока, ну не очень получается. Так что если есть среди зрителей аргонщики, советы, замечания и лайфхаки очень приветствуются. Ребята, оказалось, ТИК-сварка – это не просто вид сварки, а отдельное, увлекательное и интересное хобби. Это реально цепляет и очень завораживает. Даже так вышло, что от радости я, когда все подключил, варил весь день. И варил, к сожалению, без футболки. На следующий день облезли плечи и грудь. Короче, перезагорал, как будто уснул на пляже. Даже в голову не пришло, что так нельзя. Ну, теперь знаю. Эта сварка всего лишь инструмент, но этот инструмент дает возможность самому воплотить в жизнь самые невероятные проекты. Например, варить нержавейку. А преимущество нержавейки – огромное количество. Она может то, что не может дать обычный листовой металл, например. А алюминий – превосходный материал, который можно обрабатывать дома, переплавлять из хлама. И с алюминием этот аппарат тоже справляется. Нельзя забывать и про титан. Хоть и не очень дешевый металл, но прочность его и легкость будут всегда востребованы. И многие другие металлы, с которыми может справиться сварочник. Различные марки сталей, цинк, медь, различные сплавы, латунь, бронза и так далее. Это всего лишь инструмент, но для человека он дает возможность. Возможность сделать больше, выйти на новый уровень, познавать новое. Но вы же знаете, кто хочет, ищет возможность, а кто не хочет, ищет оправдание. Ну давайте ближе к делу. Я не могу сказать, что этот аппарат лучший. Во-первых, это мой первый ТИК-сварочник. Есть аппараты намного лучше. Всегда есть что-то лучше. Это один из самых подходящих для меня аппаратов по соотношению цена, качество и возможности. В России именно эту модель я найти не смог. И заказывал на Алике, у официального магазина-производителя. Ссылку на магазин и на сам аппарат я оставлю в описании под видео. И сразу скажу, это не реклама. Я оплатил полностью стоимость этого аппарата. Ждал доставки целых 3 месяца. Даже спор открывал. По срокам они не укладывались.
У аппарата целая куча всевозможных функций. Он может варить как переменным, так и постоянным током. Режим холодной сварки также на переменке и на постоянке. Регулируется ток и время импульса. Есть импульсный режим сварки, также везде доступен. Много различных настроек, от частоты импульса и амплитуды до баланса и частоты. Минимальный ток аппарата 10 ампер, максимальный 250. Для меня пока больше в принципе даже и не нужно. Но в аппарате нет режима 4Т, только 2Т. Но я как-нибудь это переживу, кнопку сварки могу и подержать. Есть возможность подключения педали. У меня ее нет и вообще я не знаю, нужна ли она мне. Ну а если понадобится, сделаю, конечно же, сам. Но чтобы много не разглагольствовать про все технические данные, по ссылке есть все характеристики аппарата. Я брал полную комплектацию. Пришло аж 3 различные горелки. Не разобрался еще, для чего именно 3. К ним около 30 различных сопел с разными цангами и так далее. Также прислали комплект со стеклянным соплом и какой-то сеточкой. Вроде это газовая линза, по-моему, она так называется. И 2 коробки с вольфрамовыми электродами. Серого и зеленого цветов. Так, про комплект вроде бы пока все. Теперь что по ценам. У себя по месту уже купил редуктор аргоновый, самый дешевый, обошелся в 200. Кучу различных прутков для сварки, различного диаметра из различного металла, они там, ну, совсем дешевые. И БУ газовый баллон, сразу поменял его на заправленный, баллон обошелся около 6000, заправка 700 рублей. Аргон иногда коптит. Я так думаю, что это из-за его частоты. Аргон марки ВЧ найти не удалось. Да этот-то еле нашел у нас. Сколько на данный момент стоит сам аппарат с различными комплектациями, опять же можно узнать по ссылке. Просто курс доллара меняется, а с ним меняется и цена на сварочник. Я брал полный комплект за 66. Также иногда там бывают скидки и можно пару тысяч сэкономить. Вот такой вышел обзор. Я сразу предупреждал. Обзорщик я тот еще. У меня уже очень много идей, которые буду тут опубликовывать. Так что, как обычно, лайкос, подписка, колокольчик, кому понравилось. Советы, рекомендации и лайфхаки, конечно же, приветствуются. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео, за ваши оценки и комменты. Жду вас снова на канале. До свидания, друзья.